Время, полиция. Ничего. А что бы ей сделали? Вы его привезли, да? Так она мне, блин, разбила. Ну, а что бы они сделали? Заявление. Ну, заявление, ну, да. Не знаю, имя, не фамилия, ничего. Надо было узнать. Телефон у меня. Пиздец, она меня каблуками по лицу била прям. Ну, а ты ее за волосы держала? Так, так потому что она на меня в обморок накинулась, ни хрена себе. Что мне еще делать было? Блин? Побить скорость. Ты же просто пиздец. Блин, я виноват еще, что ты завтра. Блин. Блин, бежала, потому что она сломала мне этот. А, какие? Кто нажимал ТКС? Фамилию? Что сделать? Фамилию надо, имя, отчество и телефон сотовый. Кто нажал ТКС? Ну и что, если придет? Опять куда? Повторим, подожди. Это пьяная девушка, россиянка сделала. Блин. Ты сильно имущество подобрала? Да, все разбило вон, еще. Вон, с каблуками там и по лицу били. Сейчас пойду умоюсь. Надеюсь, блин, не заразился. Ой, просто пиздец. Очки, очки чуть не раз... Пиздец, она мне шрамы, скорее всего, оставила. Еще вон на руке. Пиздец, блядь. Пиздец, ребята. Нахрен я в пятницу пошел? Переживайте, блин. Хранительно. Я думаю, шрамы останутся на один на всю жизнь. Очки еще целые, как минуты. Очки разбило. Блин, какой пиздец. Thank you.
Блин, он его сразу, понимаете, он не готов был. Хорошо, что я хоть волосы длинные не отрастил, так бы на меня за волосы хватало. Ей бы ничего не сказали. Блин. Блин, здесь нету чем посушить. Блин. Интересно было. Охренительно. Она ушла со своим парнем. Она со своим парнем пошла. Блин, она мне шрам оставила теперь на лице. Ну охренеть. И это за то, что я рисую. А полиция ничего не сделает. Что она сделает? Только меня и забьют. Пиздец, какая жесть. Блин, мне нужно таблетку принять от тревоги. Просто кошмар. Блин. Блин, может локоть промыть? Не знаю. Блин, где же у меня очки? Эта тварь теперь будет моим врагом. Отлично. Блин, с субмитоксептизу я не пойду уже, потому что сейчас пятница, а нам будет во вторник. Блин. Мини стандарт. Кошмар. Где же мои очки? Ну что, вы в полицию будете вызывать? Да я не знаю смысл. Ну, а полиция что сделает? У меня фотографии, видео остались с ней. Ее опознают. Она мне сломала вон штатив и поцарапала всего его. Ну адресами, ты что, в полицию вызовем сейчас? Естественно, нужна тебе. Девчонок, у вас же никакие уроны. Главное, чтобы вы сказали, что моральная, если только нормальная. Сорвал по заказу. Ну понятно. Ну ты сам смотри, если тебе урон какой-то начинен, то есть можем полицию вызвать. Давайте вызовем полицию.
правда. А то она потом еще на меня нападет. Да наоборот, сам ее поймаешь потом. Так я ее поймаю, блин, со своими друзьями. Да. А ты ее не знаешь? Я ее вообще не знаю, кто это такая. Просто... Ну как? Он орал, он вам тут что-то красил, чтобы изрисовывать. Я говорю, да он вообще-то у нас работает. Говорю, он работает, сейчас подождите. И началось, поехал. Блин, зеленочки. А пока я не думал, что он наоборот шкодит, да? Дарин, давай перекрывайся, потому что блин, другие какие-то. Ну, как бы теперь, полиция нам надо вызывать. Парень, но он тут не работает, ну, тут дрон. Водишь по лесу, давай? Да, говорит. Мужчина. Ну есть небольшой, говорит, там фотоаппаратура. Штатив сломала. Ой, и царапало лицо. Ты сам вызовешь полицию? Ну, вы можете вызвать. Ну, вопрос вас просит. Я сейчас сделаю минуты 15-20. Из чего ларек? Все, понял. Все хорошо, хорошо. Ну все тогда, ждем ментов, короче, приедут, разберутся. Заявление напишешь, если что, тебе получится. Ну. Блин, кошмар. Только не уходи никуда. Да я не уйду. Просто, блин, всего исцарапало. Шрам останется. А пройдет до свадьбы? Вон, на лбу. Я поверила в классе.